Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить марокканский салат со свеклой и апельсином. На тарелку выкладываем салатные листья. Вареную свеклу немного порежем и выложим сверху. Из апельсина возьмем только мякоть, порежем ее слегка и также выложим сверху. Украсим грецким орехом, немного черного перца и заправим все маслом. Сочетание ингредиентов достаточно необычно, но очень вкусно. И очень полезно.